пошла. Ребят, всем привет. Сейчас в интернете столько разговоров про строительство большой мечети. Я так понимаю, вся суета из-за места под мечеть. Я предлагаю построить мечеть на месте фабрики «Красный Октябрь». Это как раз рядом с нашим храмом Христа Спасителя. Во-первых, самый большой храм и самая большая мечеть рядом. Это символично для нашей страны. Во-вторых, давно пора снести блядско-наркоманские притоны, которые стоят на месте фабрики «Красный Октябрь». Вот. Я еще, ребят, хочу сказать вот что. Нельзя людей делить на хороших и плохих по их вере. У меня много хороших друзей-мусульман. Да что говорить, у меня жена татарка. Но есть везде плохие люди. Вот, например, сегодня покупал я яблоки на базаре, и мне одна мразь нагрубила. Ну что же, это же не значит, что я теперь ко всем мусульманам буду относиться плохо. Пусть именно этот мусульманин, блядь, сгорит в аду, нахуй. Блядь.